как соотносится Россия и Запад, в чем мы похожи, в чем мы различаемся, по пути ли нам вот, в неком таком цивилизационном развитии. Эти вопросы приобретают особенную остроту, и поэтому ну, буквально вот несколько штрихов я постараюсь в своем докладе обозначить, которые ну, представляются какими-то принципиальными. Ну, давайте начнем с того, что часто Россию определяют как Евразию. Россия – это евразийская цивилизация, соединившая в себе Запад, Восток и так далее. Это определение ну, вообще представляется поверхностным, потому что, да, географически Россия, конечно, соединяет в себе многое. Да, Восток глубоко повлиял на Россию, особенно в период татаро-монгольского ига. Но это влияние все-таки было больше внешним, оно касалось социальных форм, там, может быть, форм осуществления организации власти, управления и так далее, здесь влияние было большим. А вот цивилизационно, культурно и духовно Россия принадлежит к семье западных цивилизаций, к ее восточной ветви, византийской ветви, ну, естественно, в своеобразном вот таком варианте русском. И вот есть несколько замечаний относительно вот этой западной, ну и как ее корректнее называть, средиземноморской цивилизации, которая три начала образует. Это греческое начало, римское и христианское. Там много интересных вопросов, потому что и греческое, и римское начало, они сложно составные, там есть темное язычество, там есть какое-то просвещенное язычество. Но вот если очень обобщать, можно сказать так, что вот этот греко-римский сплав, там от Греции была поиск, такая идея поиска гармонии, мудрости и красоты, а от Рима была идея порядка, властвования, идея господства, может быть. Вот. Потом это было очень сильно все облагорожено христианством, но вот изначально две ветви этой цивилизации оказались в очень разных условиях интеллектуальных, культурных и, конечно, чуть-чуть духовных. Вот Запад, который, начиная, собственно, уже с V века деградирует очень активно, а в конце V века, мы помним, 476 год, вестготы штурмом берут Рим, Адахар отсылает бригады в Константинополь, и варварские королевства. И происходит жуткий регресс всех сторон жизни. И религиозной, и политической, и хозяйственной. И не случайно в истории принято вот, 6, 7, 8 века в истории Западной Европы именовать веками мрака. Это действительно было так. Тогда как на Востоке мы видим просвещенную империю, мы видим огромный процент грамотности городского населения, мы видим школы, там, позже уже появляется императорский университет. И совершенно другой уровень богословия. Вот здесь, может быть, важно подчеркнуть, что гуманитаристика очень разная по глубине и качеству была на Востоке и Западе. Если вот восточное богословие, оно было таким чутким, гибким и, я бы сказал, человечным, то западное, поскольку оно еще раз оказалось в худших гораздо условиях, оно всегда тяготело вот к неким таким формальным определениям, там, видимо, сказалось сильное влияние римского права. Значит, и где-то ситуация там стала исправляться, может быть, в 13 веке, там, с ростом городов, образования, появлением университетов и так далее, на Западе. Так вот, мы принадлежим к восточной ветви, к византийской ветви. И здесь, может, несколько слов о различиях культурных, обусловленных вот этим совершенно разным религиозным опытом. Начиная ну, приблизительно с 16 века, 16, 17, 18, Запад постепенно секуляризируется. Вера все меньшую роль, как вот такой регулятор человеческих отношений, начинает играть в жизни западной цивилизации. Происходит становление светского общества современного типа, общества модерна, опирающегося на идею прогресса, авторитет закона. Значит, вот этот самый западный гуманизм, связанный с человеком Божьим, с превознесением человека, с эмансипацией, освобождением человека. Значит, такая
точки зрения религиозного сознания глупо звучит, да, человек освобождается от Бога, мы знаем, чему идет такое освобождение, но это именно так воспринималось. Вот, вот этот вот такой светский западный гуманизм, ну или как это принято определять, модерн. Вот. И ключевыми ориентированными цивилизации тогда становятся счастье здесь, на Земле, комфорт, благополучие. И опять вот эта идея господства. Вот, вот этот римский корень, он очень глубоко повлиял на Западную Европу, ведь, смотрите, вот проходит 3 века, и уже Карл Великий пытается восстановить Римскую империю. Вот эта идея Рима, владычествующего миром, она очень глубоко в основаниях западной цивилизации сидит, а начиная с 17 века это получило мощную технологическую поддержку благодаря взрывному развитию науки и первой волне научно-технической революции 17-18 веков. Вот. В Россию секуляризация пришла гораздо позже. Она, ну, как минимум, 1 или 2 столетия позже. Это, как ни странно, русский 19 век. Вот. Что у нас вот сложилось так в постсоветский период, что для нас 19 век является каким-то эталоном. Знаете, там вот так вот. О храмах, там, такая благообразная жизнь, гимназистки румяные. К сожалению, это очень поверхностный взгляд, и говорили об этом даже не столько там критики России того периода, сколько величайшие святые русской православной церкви. В первую очередь, святитель Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник, которые очень резко критиковали вырождение подлинной глубокой религиозности в обрядоверие. Да, ну, то есть, когда мы храмы посещаем, формально обряды исполняем, а внутренняя вот, религиозная жизнь замирает. Вот. Россия становится, по сути, обществом, нельзя сказать безрелигиозным, но в значительной мере светским. Но вот здесь появляется удивительное наше отличие от Запада. Вот народ, воспитанный православием, он, так сказать, вот этих мирских богов всерьез не мог принять. Ну, жить ради благополучия, жить ради повышения уровня жизни, да, собственно, и господство, зачем оно? В России, наверное, главным регулятором жизни становится культура. Ну, в первую очередь, речь идет, конечно, о жизни образованных слоев. Культура, во главе которой в 19 веке, конечно, стоит великая русская литература, которую кто-то очень метко назвал религией второй заповеди. Вот здесь имеет смысл обратить внимание, общество, которое отчасти, в значительной степени, потеряло Бога, сохранила тоску по высшим смыслам, тоску, которую невозможно удовлетворить такими примитивными жизненными целями, и сохранила любовь к ближнему. Вот это вторая заповедь, ценности второй заповеди. И вот поиск смысла, переживание милосердия, в том числе там, в разных формах социальной несправедливости. И вот еще один, может быть, важный момент русской литературы отражен, это стремление к такому внутреннему очищению. Вот, такое некое смирение, значит, преображение и так далее, пусть еще раз в очень-очень светских формах. Вот потом те трагичные события начала 20 века, которые связаны с глубоким кризисом самой империи, кризисом политическим и культурным, и впоследствии революциями. И вот советский период нашей истории, может быть, наиболее болезненно и неоднозначно трактуемый вот сегодня. Значит, очень много трагичных ошибок, но и очень много великих достижений. И вот здесь опять нужно сделать замечание. Советский вариант развития был альтернативой вот западной буржуазной версии. Он позволил сохранить вот эту самую нашу цивилизационную особость. Он фактически, это был вариант хелиазма, идея построить Царствие Божие на земле. Но вот там ведь вот что было. Человек религиозный, он, конечно, к коммунистическим идеалам где-то будет относиться, ну, как к чему-то наивному. Мы знаем, что невозможно Царствие Божие на земле. Задача земных властей, так сказать, удержать от сползания в ад, рай здесь вряд ли удастся построить, значит, кажется наивным. Но сам коммунистический идеал, вот, пусть и выраженный на довольно корявом марксистском языке,
Ведь речь шла о чем? Что, ребят, мы преобразуем жизнь, мы изменим человека, мы освободим человека от зла, мы построим справедливое общество, где люди не будут друг друга эксплуатировать, где человек человеком будет брат, где свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех. Это опять вот это самое поиск высшего смысла, идея милосердия, идея самосовершенствования, еще раз пусть в светской и, значит, такой форме. Но мне кажется, что эти идеалы гораздо лучше, чем идеалы богатства и уровня жизни, или там потребления и так далее. Вот. К сожалению, в 20 веке государства перестали быть религиозными. Они стали светскими, и вот этот светский идеал, ну, он очень много дал. Он дал нам всеобщее образование, он дал нам потрясающие уровни науку, значит, он позволил нам выйти в космос, он позволил нам победить в страшной войне с фашизмом. И вот трагедия советского общества, начинается после Второй мировой войны, короче, связанная с Хрущевской оттепелью, когда вот этот высокий коммунистический идеал сводится фактически к потреблению. Вот эта идея, что партия торжественно заявляет, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Коммунизм – это отдельная квартира, там догоним, перегоним Америку по мясу и молоку. Называется ценностная редукция, сведение высоких ценностей к низким. И вот очень важно, что как раз после Второй мировой войны советское общество, победившее фашизм и в определенной степени уже перевалившее коммунистические идеи, было духовно голодным. То есть была некая потребность, значит, вот, в каком-то духовном обновлении и так далее. И восполнить эту потребность мог бы диалог с церковью и примирение светских и церковных властей. И опять-таки оттепель очень жестко эту линию разорвала, потому что это все-таки хрущевский лозунг, я его напомню, до последнего попа по телевизору мы покажем в 80-м году. При Хрущеве приходов было закрыто больше, чем во весь предшествующий советский период. Вот. И вот советское общество, оказавшись в ситуации вот этого духовного голода, оно пыталось где-то найти эти глотки, уже не веря в официальную идеологию и так далее. И вот, в общем, этот процесс отогонения продолжался до 80-х. А дальше вот нужно сказать тоже такую принципиальную вещь. В 80-е годы наша страна пережила то, чего не переживала ни в конце 80-х годов, чего не переживала ни одно современное государство – войну собственной истории. Вот. Что создает государство и народы? Это помимо общей веры, еще общая история, общий язык – это очень важный скреп. И в истории любой страны там есть, грубо говоря, скелеты в шкафу, а есть прекрасные жемчужины. И поэтому как строится публичная школьная история в любом государстве? Она скелеты немножко прикрывает, а жемчужины выставляет на первый план. Цель публичной истории очень простая – научить людей гордиться своей страной, знать свою историю, так сказать, привить любовь. А вот рыться там в скелетах – это удел профессиональных историков, архивных историков. И могут сказать, что знаете, а вот да, мы хотим знать правду и так далее. Но вот в русской культуре отношение к родине, мы знаем, да, родина – мать. А вот есть такая заповедь – почитай родителей. Есть знаменитое искушение хама, да, вот, посмеяться над грехами родителей и так далее. Вот отношение к исторической памяти должно быть вот таким сыновьем почтительным, стыдливым, без желания сорвать завес и выкопать все-таки, а что ж там за гадость-то таится в шкафах этой истории. Оно не должно быть хамским. А в 80-е годы случилось именно это. И вот широкомасштабная кампания по вытаскиванию скелетов, причем подброшенных туда очень часто заботливыми консультантами, она дала свои плоды. У нас историческая память, провалившись в советский период, сначала критиковали Сталина и Берия, потом перешли к советским героям, там Зоя Космодемьянская, Стаханов, пионеры-герои. А потом пошли дальше. Этот процесс не остановился. Потом, я это хорошо помню, когда рядом на одних книжных прилавках можно было встретить книги, вот здесь лежит, посвященные вопросу канонизации царской семьи, а вот здесь какие-то грязные сплетни там, насчет Распутина, императрицы и так далее. Ну а дальше пошло туда, там уже стали и других государей российских обсуждать и так далее. Русская история под вопросом оказалась вообще. И вот сегодня очень важная задача для нас, для всех, восстановить вот это общее благоговейное и бережное отношение ко всей нашей истории. Не только дореволюционной, не
только к древней, но и к советской тоже. Понимая, что еще раз в любой период были и провалы, но были и великие достижения. Потому что самое страшное зло 20 века мы остановили именно, будучи Советским Союзом, фашизмом. Вот. И вторая очень важная вещь – это язык. Вот об этом сегодня уже прекрасно говорили. Язык создает и картину мира, он и, так сказать, формирует наше представление о действительности. Вот очень страшные вещи, которые с русским языком произошли, вот тоже в последние 20 лет, начиная с перестройки, это, во-первых, резкое вторжение криминального сленга в повседневный язык. Вот язык преступного мира, аргу, оргазмы буквально наводнили обычный язык. Это же не просто так, за этим смыслы тянутся определенные ценности и так далее. Ну, параллельно там растабуирование мата и вообще ненормативной лексики, сленга и так далее. Вот. Это один момент. Потом англицизмы очень сегодня так широко в русский язык вторглись и объясняют очень часто те слова, которые можно сказать по-русски, мы их произносим по-английски. Управление, менеджмент, ну и так далее. Вот. И, может быть, самое трагичное, что произошло с языком, это изменилась роль литературы. Вот. Перестает, или уже почти перестала, классическая русская литература быть таким значимым агентом воспитания детей, фактором социализации. Да, есть школьная программа, но, к сожалению, две трети. Я говорю как социолог грубо, но это вот примерные цифры по нашим исследованиям. Примерно две трети школьников осваивают школьную программу по литературе на основании подсказок, вот там, Достоевский за 30 минут, или как написать сочинение, и так далее. Все рассылается в контактах, в социальных сетях, и, в общем, а реально читают не более трети, а в реальности, наверное, менее четверти, вот те, кто хотя бы школьный курс литературы осваивает. Это для нас, для всех, очень большой вызов. Здесь, может быть, уже заканчивая. У нас сегодня общая задача, нам нужно восстановить историю, нам нужно вернуть вот этот высокий язык, литературу, вернуть к воспитанию подрастающего поколения. Потому что, вот, ну еще раз, русская литература, я в данном случае говорю собирательно, она же интернациональна, туда потом вошел и Гамзатов, и Айтматов и так далее, все это большая русская литература. Вот. Вот как их сделать ближе, это очень непростой вопрос. Понимаете, вот здесь все решения, которые мне пока приходилось видеть, они все какие-то, ну, давайте создавать клубы читателей. Кто туда будет ходить, если они так не читают? Может быть, выход в том, что нам с вами эти смыслы и эти ценности, и вот эту сложность исследования, описания человеческого мира, которое включалась русская литература, сегодня нужно переводить на другой язык, на язык драматического кинематографа, и, может быть, это как-то может компенсировать серьезное драматическое кино, которое можно обсуждать и так далее. Вот в какой-то степени может быть альтернативой для малочитающей молодежи. Ну, я не знаю, здесь нужен совместный поиск. Вот. И, может быть, вот последняя мысль. Нас очень многое сближает с Западом, вот общие крестьянские корни, часть христианской цивилизации, хотя Запад уже, видимо, в постхристианский период глубоко перешел. Но, наверное, единственной вот такой цивилизации в современном мире, цивилизации, которая существует в условиях общества потребления, и тем не менее глубоко сохраняет ощущение, что хлебом единым жить человек не может, что без милосердия общество не построишь, и что для нормальной жизни человеку нужно внутренне очищаться, как мы говорили религиозным языком, там, бороться со страстями, становиться лучше. Это русская, российская цивилизация, и вот если какой-то новый смысл, новую идею, как общемировую, кто-то и может предложить, то это будет наша страна. Но для этого кардинальным образом нам, конечно, надо менять ситуацию, в первую очередь, в образовании, и в том числе в образовании духовном. Спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Васильевич. Действительно, чтобы изменить, нам нужно действительно хорошие, серьезные научные исследования и психологии, педагогики, конечно, научение наших и педагогов. Да, вы знаете, это очень важно, когда вот такие совместные научные конференции проводят церковь и работники образования. Сегодня у нас у всех общая задача
задача воспитания молодежи в духе патриотизма, в духе любви к своей стране, к своим корням. А здесь, к сожалению, очень много проблем. Нынешняя молодежь чудовищно плохо знает историю, плохо знает литературу. Многие образы, символы русской культуры для нее сегодня вытеснены элементами культуры западной, низкопробной. Вот это вот духовная реабилитация, духовное воспитание, вот об этом у нас идет речь, это мы обсуждаем, разные концепции, модели, об этом спорим.